Омагьян Тимирандасья, Янанджана Шалакая, Чакшурун Милитам Яна, Тасмай Шри Гураве Намаха, Нама Ум Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале, Шримате Бхакти Веданта Свамине Тинамине, Намасте Сарасвате Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пащатья Деша Тарине, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Продолжаем наше занятие, обсуждение астрологии в рамках или глазами сознания Кришны. Вчера мы поговорили подробно о применении астрологии для составления сочетаемости супружеских пар и поговорили, кто помнит о чем? Совместимость. Бесполезность. Так. Различия. Что? Всякие различия, наверное. Кто-то еще что-то помнит? О чем вчера говорили? Гарны. Потом шатка там. Намерение. Симпатия. Ладно. То есть мы... Стандарты для преданных. Да, правильно. То есть как преданные оценивают этот момент. И мы поговорили о том, что если муж и жена преданные, то все это на них не действует. И мы обсудили, что означает слово «преданный» и в каком случае на них не действует. Да? Да. И что такое счастливая семейная жизнь, из чего она? Что является самым лучшим благословением, это что? Хорошая жена. Да, из всех возможных благословений астрологи подчеркивают, что самым лучшим является хорошая жена. И даже если неудачная семейная жизнь, то это... Намек на то, что пора ее заканчивать. Нет, это... Не надо так. То это милость Кришны. Да? Что это Кришна специально расстраивает семейную жизнь своего преданного, чтобы тот под давлением обстоятельств постепенно утратил привязанность к жене и дому и целиком посвятил себя преданному служению. Вот. То есть преданный каунтия пратиджани хи нами бхактах пранашвати. Преданный Господу, даже если оказывается в плохом внешнем материальном положении и по материальным меркам он должен страдать, в действительности Кришна всегда наблюдает за ним и следит за тем, чтобы он все равно даже в таком положении совершал духовный прогресс поступательно в духовный мир. И сегодня мы поговорим о том, как Шилпада конкретно применял несколько примеров, да, того, как Шилпада применял ссылки на знания, которые получает от астролога. То есть в комментариях, предположим, он описывает общую систему, как это применялось. Но сам Шрила Прабхупада ссылался на астрологов. Вот. И это интересно, потому что мы можем подумать, подождите, это ачарья мирового масштаба, который принес духовное знание. Почему-то он вдруг ссылается на астрологов. Давайте посмотрим, в каком ключе Шилпада ссылался астрологов, на мнение астрологов. Да? То есть нужно ли мнение астрологов учитывать? И если вдруг мы учитываем, давайте, следуя духу Шрилы Прабхупады и его настроению, разглядим, как именно он ссылался на них и какие приоритеты он ставил, тем не менее. В первую очередь, достаточно цитат, я их все прочитаю, они интересные, где Шрила Прабхупада описывает о том, что произошло с одним известным политиком в Индии. На утренней прогулке 25 апреля 1973 года в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада в беседе с своими учениками говорит: «Смерть неизбежна.
Вы закладываете хороший фундамент для дома, но вам придется его покинуть. Вы не сможете там остаться. Этого они не знают. Джавахарлал Неру трудился, Ганди много трудился для своей страны. Но где они сейчас? Никто не знает. Да, в смысле, Шрила Прабхупада смотрит, что именно душа прикладывала усилия, чтобы действие через вот это тело, которое она получила, оно совершило какие-то деяния, и, казалось бы, деяния глобального, мирового масштаба или в рамках страны, то есть, которое повлияло на многие людей, многие поколения. Но где сейчас это живое существо? Никто не знает, говорит Шрила Прабхупада. Брамананда спрашивает, а где Прабхупада? Джавахарлал Неру, Махатма Ганди, они тяжело трудились для страны. Сейчас он умер, его здесь нет. Где он сейчас? Страна также не знает, что с ним сейчас. То есть страна, которая благодарна этим политикам, казалось бы, можно было бы воздать, да, пенсию, предположим, присудить, да, или поддержать это живое существо. Столько же много для страны сделал. Да. Страна также не знает, что с ним сейчас. Один астролог сказал, что он стал собакой в Швеции. Сварупа Дамодара. Он стал собакой? Прабхупада, собакой. Брамананда добавляет. Неру. Прабхупада, да, это возможно. Дехантара прапти. Смена тела. Смотрите, Шилпада сильно не обсасывает сам факт. Ух ты, Неру стал собакой в Швеции. Смотрите, так ему и надо, допустим. Нет, он просто использует это просто как демонстрация общего вечного принципа. Татра дехантара праптир дхирастатра намухьяти. То есть живое существо меняет тело, и здравомыслящего человека, дхиру, это намухьяти, не вводит в заблуждение. Это самый главный посыл Шрилы Прабхупады. Даже если он ссылается на утверждение астрологов. Да, он ссылался, но не для того, чтобы распереживаться, возбудиться эмоционально на эту, по этому вопросу, а для того, чтобы еще раз утвердить извечный принцип, который Кришна говорит в Бхагавад-гите. Или Шилпада часто ссылался на этот факт. В лекции по Шримад-Бхагаватам 1.9.40, которую он давал 22 мая 1973 года в Нью-Йорке, говорит: «В нашей стране один астролог сказал, что один влиятельный политик стал одной из двух собак в Скандинавии. Здесь этому материальному телу они воздвигали музей и статуи». Действительно, есть музей Джавахарлала Неру в Дели, есть его статуя, в полный рост стоит он. То есть его там почитают, как Джавахарлала Неру. Но, по сути дела, они отдают должное его телу, не понимая, что именно душа стояла за этими усилиями. Да? А ему также поклоняются всевозможными способами. Однако духовная душа, именно она, а не материальное тело, и была на самом деле политиком. Теперь она родилась собакой. Такова их ошибка. Куда отправился сам политик и каким образом? Что он сейчас делает? Они не знают, но они озабочены телом. Вот. То есть иногда люди интересуются, даже самые преданные, при помощи гипнотической регрессии. Да, человека вводят в гипноз, и он как бы вроде бы как вспоминает, кем он там был в прошлой жизни. Но все это, по сути дела, бесполезно. Вот. Ну, предположим, теоретически, я воображу себе, ну, допустим, даже если был царем в прошлой жизни. И, предположим, есть до сих пор это царство, есть этот дворец, и есть мои потомки. Если сейчас в этом теле я туда приду и скажу, ну, привет, как дела, как вы тут без меня? Меня просто выгонят оттуда. Была даже такая история, я описывал Бхактисиддханта Сарасвати Такур, что один богач в следующей жизни родился мальчиком в бедной семье. Но он сохранил эту память, и по памяти он пришел в этот богатый дом. Там, естественно, его никто не признал, а умирал он таким почтенным дедушкой, все его любили, ну, по крайней мере, внешне. Любили, наверное, неспроста, потому что беспокоились, кому какое наследство получит. Вот. И он пришел туда со свежей вот этой памятью, и его просто выгнали башмаками, побили. Вот такова участь вкладывания в усилия, чтобы защищать, поддерживать свою семью. Если это семья материалистов, то заслуженный конец, заслуженный результат.
Беседа с Арнольдом Тойнби. Шрила беседа произошла в Лондоне 22 июля 1973 года. Недавно один астролог сказал, что один крупный политик Индии стал собакой в Швеции. Так это или нет, но такая возможность есть, он утверждает. Беседа с Анной Конан Дойл, это внучкой Артура Конан Дойла. 10 августа 1973 года, Париж. Если в человеческой форме жизни мы не пытаемся понять Бога, то мы совершаем самоубийство. Вот это вводные слова, к чему Шилпада собирается упомянуть Неру родился собакой. Не ради того, не это является сутью, а то, что если человеческую форму жизни мы тратим на какую-то ерунду, не связанную с Богом, пусть по материальным меркам это будет что-то глобальное, то мы совершаем самоубийство, говорит Шилпада. То есть это мы делаем себе только хуже с духовной точки зрения. Да, поскольку мы получили шанс, продолжает он, природа дала нам шанс понять Бога. Однако, если мы не направляем свое внимание на понимание Бога, то мы совершаем самоубийство. Атмаха в Шри Упанишад таких личностей называют атмаха, убийцы души. То есть убийца души, конечно, душа ее невозможно убить, но убийца души это означает обрекает душу на влачение жалкого существования в материальном мире в неестественном положении, вынуждая ее снова и снова быть неспособным проявить свою естественную природу, заниматься преданным служением Кришне в атмосфере вечности, знания и блаженства. Вот это, по сути дела, атмаха, убийца души. Неверное использование человеческой жизни, продолжает Шрила Прабхупада, единственным делом, которым должен заниматься человек, это постижение Бога, а не экономическое развитие. Единственное. Мы можем подумать, предположим бы он прожил жизнь пьяницы, там, дебошира. Ну, понятно, недостойная жизнь. Но то, что он, так сказать, отличился во благо страны, для Родины, так сказать, да, вошел в аналы истории. Ну, даже это, с точки зрения великого Ачарьи, с точки зрения послания трансцендентного знания, не имеет никакой вообще ценности. Вот. Он говорит, что единственным делом, которое должен заниматься человек в человеческой форме жизни, это постижение Бога. И даже успешная политическая жизнь, успешное возведение своей страны на высоту в политических, так сказать, по отношению к другим странам, это вообще бесполезно, потому что все это временно. Вот было очень много империй, было много великих стран, рейхов там, и так далее, но это все уже нет этого. И остается только предметом обсуждения историков. А практически от этой пользы никакой современным людям. Да, и какое экономическое развитие, продолжает Шрила Прабхупада. Наполеон столько всего планировал, но где он сейчас? Кто-то может сказать, где Наполеон? Один астролог в Индии сказал, что сейчас Джавахарлал Неру находится в теле собаки в доме одного джентльмена в Швеции. Вот это основное послание. Это просто продемонстрировать. А не просто, ух ты, кто кем там был в прошлой жизни. Или Шрила Прабхупада беседует с индийскими гостями 2 сентября 1973 года. Несколько цитат прочитаем, так, чтобы, во-первых, приоткрыть несколько деталей на это и глубже увидеть, как именно Шрила Прабхупада проповедует, используя такие вещи, которые по умолчанию будоражат умы материалистов, но даже такие горячие информационные штучки Шрила Прабхупада всегда направляет в направлении проповеди трансцендентного знания. Прабхупада говорит, как только они приходят к духовной жизни, им необходимо контролировать свои чувства. Однако это им не нравится. Это очень трудно. Один из гостей. Как он сказал, я к этому не готов. Прабхупада. Да, они действительно не готовы. И тогда приходит страдание. Тот же самый гость. Тогда стараешься подготовиться. Прабхупада. Они не готовы. Поскольку как только они понимают, что им предстоит родиться в одном из разнообразных видов жизни, они содрогаются. Но это неизбежная часть. Как только мы приходим в сознание Кришны, мы сразу узнаем о том, что нам придется дальше родиться в каком-то положении. Если сейчас ведем себя безответственно, то это положение будет ох, как незавидное. И
И вот они содрогаются, говорит Шрила Прабхупада. Поэтому им не нравится это понимать. Когда логически я доказываю, что вам в следующей жизни придется стать собакой, то от этого тяжело. Как, например, один астролог сказал, что Джавахарлал Неру стал собакой в Швеции. Вы про это знаете, гость? Нет, не знаю. Прабхупада, да. Один астролог в Дели, гость переспрашивает. Астролог из Дели это сказал? Прабхупада, да. Гость. Что по этому поводу говорит правительство Индии? Какие-то комментарии? Действительно интересно. Великий наш политик где-то там родился. Правительство, казалось бы, должно сделать заявление какое-то, да? Прабхупада, этого я не знаю. Гость. Будут ли они поклоняться ему там, в теле собаки? Все засмеялись. Прабхупада. Ну, они не верят в астрологию. Поэтому они не могут ничего предпринять. Они не верят в следующую жизнь. Поэтому они ничего не могут сделать. Обратите внимание, Шилпада говорит про индийских политиков. И казалось бы, ну там это распространенное знание про следующую жизнь. Но Шилпада имеет в виду, что практически они не доказывают свое умозрительно-теоретическое доверие, что да, скорее возможно, что в следующей жизни мы родимся снова где-то. Но практически они не подтверждают свое знание. Вот, и Шилпада говорит... Так это или нет, но поскольку они не верят в следующую жизнь, то в чем польза от того, чтобы что-то предпринимать в отношении того, что Неру в теле собаки сейчас? Будет ли это ничем не хуже, если сказать, что Джавахарлал Неру стал Индрой? Если кто-то даже такое скажет, то это им также придется отбросить, так же, как и что им приходится и от этого отказываться сейчас, отказываться... То есть не принимать в счет, что их великий политик, гордость страны, сейчас в теле собаки. Они не принимают это практически к сведению. Все потому, что они не верят в следующую жизнь. Просто представляя Бхагавадгиту такой, как она есть, мы сможем противостоять этим мошенникам. Вот. Применение знаний, полученных от астролога. Шилпада все сводит к вечным моментам, к необходимости проповедовать трансцендентное знание. Вот. А не для того, чтобы смаковать, что там с Неру произошло. В беседе по Шримад-Бхагаватам 1.10.11, которая состоялась в Дели 3 ноября 1973 года, Шилпада беседует со своими учениками, в частности, со Шрутакирти. Прабхупада. Эти негодяи строят планы, материальные планы. Джавахарлал Неру создал план Нью-Дели, то есть он спроектировал, он решил, где что будет, как, какие дороги, какие районы. Это большой вклад. Однако его вышвырнули, убирайся. А сейчас он стал собакой в Швейцарии. Вот. Он сказал. Шутакирти говорит, Швеция. Это еще до вас. Шутакирти поправил. Швеция, Прабхупада, в Швеции. Шимасундра, что? Шутакирти. Он стал одной из двух собак в Швеции. Прабхупада, да. Мне сказал это Шридара Махараджа. Что это сказал ему один астролог. Шридара Махарадж это духовный брат Шрилы Прабхупады. И, соответственно, он передал это, вот это знание. И на утренней прогулке 8 декабря 1973 года в Лос-Анджелес, Ишиматинандан, Неру тоже был крупным атеистом. Он открыто об этом заявил. Прабхупада, да, он был отменным атеистом. А сейчас он стал собакой. Один астролог сказал, что он стал собакой в Швеции. У одного человека есть две собаки, и Неру стал одной из этих двух. По поводу того, что он был крупным атеистом, вот в эти, когда он был премьер-министром, он, одно из его проявления атеизма и такого атеистического подхода и сильного превознесения достижения современной так называемой науки, ну, то есть демонической науки, это он привез из Запада такой сорт коровы, которую вывели путем скрещивания генома коровы и свиньи. Вот. И все идея такая, что они могут таки неприхотливо жить, питаться чем попало, но при этом, как корова, давать много молока. Вот так вот решили вот эти демоны. И вот он привез таких коров, и сейчас они до сих пор по улицам бродят такие, очень сильно отличные от классической индийской породы, которая, знаете, с горбом, такая складка здесь на шее висит, такая очень красивая корова. Вот эти коровы такие вот
поджарые, толстые, короткой шеи и вызывают такое сострадание, честно говоря. Вот это мне, когда я был в Пуне, Махараштра, там преданные несколько раз мне сказали, вот у них там много по улицам таких бродит, это вот Джавахарлал Неру завез таких коров, и они были получены путем скрещивания генома коровы и свиньи. Так вот, Шилпадек сказал, что у одного человека есть две собаки, и Неру стала одной из этих двух. Ну, что, в принципе, достойно таких вот усилий, очень атеистических, материалистических. И Шиматинанда спрашивает, Неру? Прабхупада, да, это вполне правдоподобно. И Шиматинанда, да, Прабхупада, это факт. Сварупа Дамодара, откуда он знает, что это? И Шиматинанда, это удача еще, стать собакой. Прабхупада, иногда к астрологам обращаются с вопросом, в каком положении находится этот человек? Допустим, Вивекананда, Рамакришна, Ганди. А те, то есть астрологи, что-то отвечают. Так вот, один из астрологов тоже дал такой ответ про Неру. Астролог не решался, да, но потом сказал. Он рассказал, что... Это рассказал мне один очень уважаемый человек, Шридар Махарадж, мой духовный брат. Точно так, Сварупа Дамодара, точно так же Шилупада, астрологи говорят, что Шилупада, нет-нет, предположим, он сказал, но как вы можете не верить? Как можно этому не поверить? Потому что в Бхагавадгите говорится «Татхады хантара праптиги». Оставив это тело, человек получает другое. Поэтому он получил другое тело. И никто не может сказать, что такое тело он не получил. И если астролог говорит, вы обязаны это принять. Вы не можете сказать, нет, он не получил тело собаки. Вы никак это не можете доказать. Так что любой может сказать все, что угодно, но факт в том, что он уже получил другое тело. Здесь обратите внимание, Шилупада не стал отстаивать правоту астролога. Он дал понять, что если это авторитетный астролог, он сделал правильное вычисление, следует это принять. Но в любом случае делает он вывод, так это или не так, в любом случае, живое существо, тем более такое материалистичное, атеистичное, обязательно получает следующее тело. Это гарантированно. И какое бы тело получил, кошки, собаки, свиньи или кого бы там ни было, все равно, находясь в материальном мире, живое существо вынуждено будет испытывать страдания. Рождение, болезни, старости, смерти. И между этими стадиями адьятмика клеша, адхидавика клеша, адхибаутика клеша. Страдания, причиняемые умом и телом, от болезней, беспокойств, причиняемые другими живыми существами и причиняемые силами материальной природы, холодом, жарой и так далее. То есть это неважно уже, собака это или не собака, все будут мерзнуть, все будут испытывать, когда жарко, все будут испытывать чувство голода и так далее. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада, как вы видите, не стал опять отстаивать правоту астролога, он в конце концов все равно сводит к вечному посланию. Это обязанность ачарьи и нас, как последователей. Даже если мы что-то узнаем, мы не будем смаковать вот эти факты, которые мы реально не сможем проверить. Остается просто доверять. И Шилпада занял примерно такую же позицию. Ну, хорошо, он сказал. Но проверить мы это не можем. Но самое главное, мы знаем, что правота Бхагавадгиты состоит в том, что живое существо обязательно получит тело. Джатасья хи друвом ритюр, друвам джанмам ритасья ча. Тот, кто родился, обязательно умрет. А умерев, обязательно родится вновь. Вот это вот подчеркивает на таких вот, используя такие примеры, ачарья для того, чтобы объяснять вечную науку. Еще интересный момент, как Шрила Прабхупада ссылался на астрологов. В беседе со Сварупой Дамодарой, с доктором Шармой и другими учеными, которая произошла в Бомбее 31 марта 1977 года, Шилупада говорит, «Кто-то в беседе со мной сказал, что давным-давно один великий астролог предсказал, что в будущем Россия станет первоклассной теистической страной». Теистической значит, будет верить в Бога, будет руководствоваться религиозными принципами. Кто-то это и рассказывал, Гопал Кришна, что Россия станет первоклассной теистической страной. Преданный, не знаю. Прабхупада, да,
Если атеистов убедить, то они становятся первоклассными теистами. Один из моих учителей поговаривал, что тот, кого не так просто убедить, так же не так просто забывает. А тот, кто легко понимает, забывает так же легко. Так вот, русские – сильные люди. Их невозможно убедить ложными догматическими теориями. Вот говорит Шрила Прабхупада в 1977 году. И смотря на нынешнее положение, некоторые вещи происходят в современном ИСККОН, становится грустно. До чего можно довести даже таких людей, которые по своей естественной природе не должны слепо всему следовать, не должны опираться исключительно на эмоции, на сентименты, на чувства и поддаваться просто «кто-то мне сказал, я слепо следую этому». Да? Шрила Прабхупада ожидал от нас, родившихся в России, вот такого именно подхода, такого вот проявления такой силы, быть сильными людьми и неподдающесть тому, чтобы нас убеждали какими-то ложными догматическими теориями. Вот это ожидание от нас, родившихся в России, людей. Вот. Поэтому, если вдруг мы обнаруживаем в себе склонность что-то принять слепо, мы, по крайней мере, можем вспомнить о том, что от нас Шрила Прабхупада ожидал. Вот. И еще такой небольшой момент, практический совет, как применяется астрология, в частности, для высчитывания года, сколько человек прожил, опираясь на его дату и день рождения. В письме Радавалабхи Шрила Прабхупада отправил из Вриндавана 11 сентября 1973 года, он говорит: «Я видел твое письмо, датированное 31 августа 1975 года, где ты пишешь о вычислении моего дня рождения. Система вычисления такова. Первый день, то есть само рождение, считается первым днем рождения. На следующий год этот же день считается вторым днем рождения. Иными словами, второй день рождения означает прошел один год. Таким образом, это мой 80-й день рождения, и я прожил 79 лет». Поняли, да? То есть, как только ребенок рождается, ему считается, что ему уже год исполнился, согласно ведической системе. Почему? Потому что ребенок был в утробе матери, и все это время он имел материальное тело. Вот. И не то, что вот когда он только вышел наружу, тогда только вот он, как сказать, на отметке ноль находится. И до момента появления он что, материальным телом не обладал? Нет. Он обладал. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет вот этот такой практический момент, что если кому-то интересно знать, сколько ему лет, то фактически им будет на один год больше. Вот кому-то может не понравиться в пожилом возрасте, каким-нибудь женщинам, которые, наоборот, хотят моложавее выглядеть. Вот, но вот такова реальность. Шрила Прабхупада продолжает. Согласно индийской системе, на первый день рождения, вот это сам рождение, это уже первый день рождения, проводят церемонию джата-кармы, на которой собираются опытные астрологи, которые составляют гороскоп. Шримад-Бхагаватам описывается рождение Махараджи Парикшита. Вот это вот несколько таких практических моментов, которые Шрила Прабхупада использовал для практических нужд, для проповеди и для вот того, чтобы определить количество лет человеку. И сейчас еще один раздел, несколько цитат о том, как, что говорили астрологи по поводу самого Шрилы Прабхупады. Это тоже очень большой пласт знания, который люди пытаются использовать, чтобы отстоять использование астрологии и, дескать, ее огромную уместность в жизни преданных. Вот сам Шрила Прабхупада обращался к астрологам. Вот. Ему с детства астрологи что-то предсказывали. Давайте послушаем и попытаемся выяснить, в каком ключе это необходимо использовать, следуя по стопам Шрилы Прабхупады. В беседе с Пранавдасом Гуптой 19 июля 1977 года во Вриндаване Шрила Прабхупада говорит:
Поскольку я родился в Нандотсаву, Нандотсава – это день, следующий после Джанмаштами, когда Нанда Махарадж, Нанда Утсава, Нандотсава, Нанда Махарадж провел Утсаву, большой фестиваль, в честь рождения явления Кришны. Вот. И вот этот день называется Нандотсава. И Кришупада родился в Нандотсаву, следующий день после Джанмаштами. То в доме у моего дяди по матери у меня закрепилось имя Нанда Дулал. Вот. Потому что я родился в день Нандотсава. Вот. По аналогии с тем, как Кришна родился, то есть праздновали день явления Кришны, и это связано с Кришной, то Шрила Прабхупада в самом раннем детстве в доме его дяди и тети называли Нанда Дулал. В лекции по читанию Чаритамриты Мады Лила, 20 глава, стихи с 330 по 335, лекцию давал в Нью-Йорке 24 декабря 1966 года, он говорит собравшимся тогда молодым людям, еще большинство из них были хиппи, он говорит: «Вы удивитесь». В принципе, даже не удивитесь, поскольку это точные вычисления. В моем гороскопе было сказано: в возрасте 70 лет он пересечет океан. Там так написано. Да, и очень много чего, что до сих пор со мной происходит. Так вот, этот астролог был очень точен. Очень точен. У меня есть тот гороскоп, не здесь. Если когда-то будет возможность, я его покажу. Там ясно написано, что в это время он пересечет океан. И обстоятельства сложились так, что я приехал. Так что астрология – такая замечательная наука, отмечает Шрила Прабхупада. То есть даже великую личность, Ачарья, внешне выглядела так, что даже он подчиняется астрологии. Или на эту же тему Киртанананда, в 1967 году являвшийся секретарем Шрилы Прабхупады, он написал письмо преданным, когда в 1967 году он с Киртананандой уехал в Индию, Шрилупада плохо себя чувствовал. Помните, вот самое, буквально через год у него болезнь сильная была, ему пришлось уехать в Индию. Вот, Киртананда прислал это письмо из Вриндавана на 15 августа 1967 года. «Мне кажется, вам будет интересно узнать, что недавно Свамиджи рассказал мне свой гороскоп, который ему сделали при рождении. В нем есть предсказание, что в возрасте 70 лет его жизнь резко повернется в религиозном направлении». Шрилупада родился в 96 году, плюс 70 – это 66 год, как раз начало активной проповеди, как раз когда Шрилупада зарегистрировал ИСКОН. В возрасте 70 лет его духовная жизнь резко повернется. Повернется в религиозном направлении, и он отправится в многие заграничные страны. Там также говорится, что он заболеет, и болезнь продлится 4 месяца и 20 дней, а после этого он снова отважно продолжит свою деятельность. Однако изначальный гороскоп немного не совпадает по времени, мне кажется, примерно на год. Его божественная милость, в кавычках, из любопытства пригласил одного местного астролога, вот там, во Вриндаване, и тот сказал, что на данный момент Шрила Прабхупада находится под влиянием каких-то злых звезд. Но в конце его 71-го года жизни все будет в порядке. Так что, по всей видимости, осталось подождать пару недель до конца этого опасного периода. То есть 15 августа, да, там до Джанмаштами осталось примерно пару недель, обычно в августе Джанмаштами, и Киртананда выражает свои ожидания, надежды, что все будет хорошо. Или вот Шрила Прабхупада рассказывает о том, как он в прошлой жизни был врачом, ссылаясь на астрологов. Юдубара. «Мы хотели дать небольшое, просто очень короткое описание вашего прошлого. Как вы были связаны, привязаны к Кришне с самого начала своей жизни? Как ваши друзья предлагали вам одурманивающие вещества?» Прабхупада. «Это объясняется в Бхагавадгите. Шучинам, Шриматам, Гехе, Йога, Брашта, Санджаяте. Это пришло с прошлой жизни. Поэтому мне дали возможность родиться в той семье, общаться с Кришной. Мой отец был великим вайшнавом, шучинам, шриматам. Оба аспекта подтвердились. Мой отец был шучи, и хоть я и не принадлежал к той семье, но я родился в той аристократической семье и вырос среди них. Таким образом, это подтверждается. Это сознание Кришны идет еще с прошлой жизни. Очень авторитетный астролог сказал, что в своей прошлой жизни я был врачом,
и не совершал ни одного греховного поступка. Он так сказал. Единственное, если это можно рассматривать грехом, я убивал змей для лекарственных нужд. Шлупана отмечает. Если это можно рассматривать как грех. А так я никаких греховных поступков не совершал. Он также сказал. И это так и есть, поскольку в своих детских играх у меня была склонность изображать врача. У меня были в кавычках лекарства, мои друзья приходили ко мне, я проверял их пульс и давал им эти лекарства, так называемые, преданные смеются. Вот так я играл, я помню, да, какие-то там порошки. Тогда мы были очень маленькими детьми, и мы играли. Мои друзья приходили как пациенты, они становились в очередь, и я давал им лекарства. Вот. Вы до сих пор даете лекарства, говорит Хамсадутта. Вы даете лекарства Кришне, Прабхупада, да, Бхава Аушадхи. Но я до сих пор знаю, как готовить многие лекарства, настоящие лекарства. Я знаю, как приготовить практически все аллопатические лекарства. Аюрведические тоже, но какое-то количество из них. Все, что они описали в книгах, я могу приготовить. Это также подтверждает мою прошлую жизнь, говорит Шилпада. Вот. Или письме Тамалу Кришне, которое он отправил из Лос-Анджелеса 21 июня 70-го года, он говорит, «Я не могу сказать, кем я был в своей прошлой жизни. Однако один великий астролог вычислил, что раньше я был врачом, и я жил бескрешной жизнью». Помимо этого, чтобы подкрепить утверждение в Бхагавад-гите, Шучинам, Шриматам, Гехе, Йога, Брашта, Биджаяте, не достигший совершенства йоги, рождается в богатой семье или у Шучи, у благочестивого отца. По милости Кришны, в этой жизни я получил эти две возможности. Родился у благочестивого отца и вырос в одной из самых богатых аристократических семей в Калькутте, Кашинак Мали. Семейные божества Рады Кришны позвали меня встретиться с ними, поэтому в прошлый раз, когда я был в Калькутте, я вместе со своими учениками из Америки остановился в том храме. Несмотря на то, что я принадлежал к очень аристократической семье, и у меня были огромные возможности вовлечься в четыре принципа духовной жизни, Кришна всегда спасал меня. Поэтому в течение всей своей жизни я не знал, что такое незаконные половые отношения, интоксикация, мясоедение или азартные игры. Говоря о своей нынешней жизни, я не помню, чтобы я когда-либо на любой стадии жизни забывал Кришну. Шилпада прямым текстом говорит. Вот сколько он себя помнит осознанно, а Шилпада из одной лекции говорит, он прекрасно помнит себя, когда ему было всего 6 месяцев, он лежал на коленях у своей старшей семьи. Она с ним игралась. Да? Сестры любят о младших братиках заботиться. Вот он помнит еще себя с того момента и говорит, сколько я себя помню, не было никогда такого момента, когда бы я забывал о Кришне. Вот так вот. Это самое интересное из этого, а не то, что он был врачом. Быть врачом – это сейчас не так-то что-то такое особое. Вот. Но, тем не менее, он тут же использует это для проповеди вот этого момента, что если неудачливый йог, он получает возможность родиться в хороших условиях, либо в богатой семье, либо в благочестивой семье. И при этом он говорит, что Кришна его всегда спасал, чтобы он никогда не вовлекался ни в какую греховную деятельность. Это интересный аспект про Шрилу Прабхупаду. Также есть очень много цитат, где Шрила Прабхупада говорит о том, как астролог предсказал ему, что он должен был стать богатейшим или одним из богатейших людей в Индии. Вот. В книге «Молитвы царицы Кунти», 10 глава «Богатство нищих», Шрила Прабхупада говорит, «У меня были хорошие возможности стать очень богатым бизнесменом. Мне даже астролог сказал, что я должен был стать таким же богатым, как самый богатый человек в Индии. Были очень хорошие шансы. Я был менеджером большого химического завода. Я открыл свой собственный завод. Бизнес был очень успешен. Но в конце концов все развалилось. И таким образом мне пришлось выполнять наставления гуру Махараджа». Шилпада сразу оценил, не стал скорбеть, как же так, мог бы быть богатым. Он принял это
как необходимость все-таки успеть выполнить наставление Гуру Махараджа. Вот. Или в беседе по Шримад Бхагаватам 1.10.11 3 ноября 1973 года в Дели он говорит: «Это особенная милость. Вначале я подумал, вот мои духовные братья приняли саньясу. Они ходят от двери к двери и просят милостыню. А зачем мне просить? Дай-ка я заработаю денег и начну движение сознания Кришны». Есть мнение, что какой толк, если мы бедные? Вот то ли дело, если бы мы были богатые, тогда бы это, так сказать, и для проповеди помогло. Вот. Но этого так и не произошло. То есть заработаю денег и начну движение сознания Кришны. Но этого так и не произошло, и все смеются. Поэтому мне пришлось, я вынужден был облачиться в те же одежды, что и мои духовные братья. То есть нищенствующие саньяси. И проповедовать, а не зарабатывать деньги, пришлось Шриле Прабхупаде. Да, один астролог сказал мне, что я должен был бы стать равным Бирле. Бирла – это, как сказать, семья, фамилия, которая у всех на слуху. В Индии это богатейшая страна. Да, богатейшая семья, очень богатая. Вот. И один астролог сказал, что вот по богатству Шилпад должен был стать, сравняться с ним. Вот. А все шансы для этого у меня были на химическом поприще. А сейчас я даже богаче Бирлы. Да, потому что столько храмов, столько денег приходило. В этом смысле Шилпада в шутку сказал, что даже и Бирлу, получается, переплюнули. Вот. Или лекции по Шримад Бхагаватам 1.8.27, которую он давал в Лос-Анджелесе 19 апреля 1973 года. «Когда мне было 25 лет, мой гуру Махарадж приказал мне, отправляйся проповедовать. Однако я думал, сначала я разбогатею, а потом буду использовать эти деньги для проповеднической работы». Да, вот есть такое вот иногда у преданных. Нужно для Кришны деньги заработать, и потом мы будем использовать для проповеднической работы. Вот. Но вот, кстати, вот под этим же лозунгом преданные дважды принимали участие в МММ, вот в этой пирамиде Мавроди. Вот. И все это оправдывалось тем, что мы быстро заработаем деньги у этих материалистов. Помните вот аналогию, что мышка роет норы, а змея просто убивает эту мышку и на готовом в этих норах живет, нет необходимости ей самой рыть эти норы. Да? Вот мы поступим точно так же. Мы возьмем деньги у материалистов и, так сказать, заработаем на этой схеме МММ и будем, так сказать, строить храмы. Но храмы что-то не построены, вот, ни в Москве, ни где-то еще. И многие из этих преданных, которые очень погружались в эту схему, либо слабы духовно сейчас, либо совсем отошли. Вот. И Шилпада продолжает. «Это длинная история. У меня была хорошая возможность, чтобы стать очень богатым человеком, занимаясь бизнесом. И один астролог сказал мне, ты мог бы стать таким же богатым, как Бирла. Так что были шансы, очень хорошие шансы. Я был менеджером большого химического завода. Я открыл свой собственный завод. Бизнес шел успешно, однако все свернулось. Я был вынужден оказаться в этом положении, чтобы выполнять приказ моего духовного учителя Гуру Махараджа». Вот, это вообще... И выбирая между тем, чтобы Шилпада стал богатейшим человеком или Шрилы Прабхупадой, мы только можем благодарить Кришну, благодарить Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такуру, которые направили Шрилу Прабхупаду по такому пути. Или, это интересная цитата, да, письмо секретаря Шрилы Прабхупады, на тот момент Аравинды Даса, он пишет Сатсварупе из Бомбея 28 ноября 70 года. Шрила Прабхупада рассказывал, что когда он был еще молодым человеком, он был таким крупным предпринимателем в распределении лекарственных средств, что уже в молодом возрасте контролировал всю Северную Индию. Уже в молодом возрасте. Гороскоп Шрилы Прабхупады предсказывал, что ему по судьбе суждено стать таким же влиятельным и богатым, как мистер Бирла. А астрологи не понимали, почему это не произошло. Шрила Прабхупада сказал, что это потому, что его гуру Махарадж не позволил этому случиться.
классно. Вместо этого он побуждал Шрилу Прабхупаду встать на путь духовной жизни. Поэтому сейчас Шрила Прабхупада известен всему миру как духовный лидер, а не как крупный бизнесмен. Сейчас его, не имеющие себе равных организаторские способности, приведены в соответствии со служением Кришне, в чем мы можем воочию убедиться, видя, как наш возлюбленный Шрила Прабхупада покоряет весь мир. Вообще замечательно. Астрологи в недоумении, почему так не произошло? Ну, совершенно точно должен произойти. Вот, но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати не позволил этому произойти. Могущество великого преданного, который, как отмечает Шрила Прабхупада, может даже повлиять на своего искреннего ученика, что с ним какие-то вещи не произойдут. И не только плохие не произойдут, но и даже так называемые хорошие вещи не произойдут. Поэтому преданным нужно, всем нам, я про себя в первую очередь говорю, научиться терпеливо дожидаться милости Кришны и не роптать на то, что происходит все не так, как я напланировал себе. Таттейну кампам сусамикшамано бунджана эватмакритам випакам хридвагвапурбир видадан намасте живета йо муктипаде садая бхак. Господь Брахма прославляет искренних преданных Господа, что те преданные, которые терпеливо, продолжая страдать, сносить последствия своих прошлых грехов и вынося тройственные страдания, но при этом терпеливо дожидаются милости Господа. И не пассивно дожидаются милости, а активно. Хари двагва пурбир видадхан намасте. При этом посвящают себя тем, чтобы и телом, и речью, и умом, всем сердцем продолжают активно заниматься преданным служением Господу. Тут такой преданный, говорит Господь Брахма в молитвах Кришне, достоин, является само собой разумеющимся кандидатом, чтобы вернуться домой назад к Богу. Вот. Это вот такое настроение, которое все мы должны развивать, чтобы с нами не происходило, что-то должно произойти, но не произошло, или что-то хочется, но это так и не происходит. Мы просто терпеливо дожидаемся милости Кришны, а не милости материальной энергии в форме вот этих кармических благословений. В лекции на день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 13 декабря 1973 года в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада говорит: «Вам будет приятно узнать, что даже когда я был молодым или ребенком, по милости Кришны, даже среди своих друзей в детстве меня считали лидером. Когда я был в школе, когда я был в колледже, в личных отношениях с друзьями, каким-то образом я становился их лидером. Однажды один астролог, изучая мои ладони, сказал на хинди: «Хукум чалейгана». «Хукум чалейгана» значит, твои ладони говорят, что твои приказы будут исполняться. Вот. Шрила Прабхупада был предсказан, что он будет лидером, и его приказы будут исполняться. В лекции по Шримад-Бхагаватам 1.15.38, которую он дал там же в Лос-Анджелесе, 16 декабря 1973 года, Прабхупада говорит: «Такова ведическая система. Когда рождается ребенок, сразу же составляют гороскоп. Наука астрологии очень совершенна. Как только рождается ребенок, сразу же вычисляют, где на данный момент находятся планеты. Потом они высчитывают, этот ребенок станет таким-то и таким-то, и будет с ним вот так-то, и в его жизни произойдет то-то. У меня тоже есть гороскоп. Недавно я рассказывал. И там ясно было указано, в том гороскопе, этот ребенок, когда ему исполнится 70 лет, станет великим распространителем религии и построит много храмов. Преданный джай, Прабхупада, да, такова астрология. Мои ученики, которые видели в Индии мой гороскоп, знают, что там это все ясно указано. Вот что такое гороскоп». То есть даже духовные такие вот устремления в сторону религии, освобождения, духовной деятельности, это тоже можно увидеть. Вот. Или Шрила Прабхупада описывает в утренней прогулке 11 марта 1975 года в Лондоне, как один астролог предсказал смелость Шрилы Прабхупады в проповеди. Прабхупада: «Тот монумент в Калькутте построили в честь королевы Виктории. Его строили, имитируя Тадж-Махал. Это заняло 20 лет. Сэр Раджендранат Мукерджи,
из Martin Company заключил контракт на его строительство. По окончании строительства он получил титул «Сэр». Когда монумент строили, я залез на самый верх строительных лесов. Я посмотрел, кстати, в Википедии, высота здания 56 метров. Вот, Шилпапада еще в детстве залез туда наверх со строительных лесов, и это были не просто, вот как сейчас, железные леса, это, помните, из бамбука связанные все это. Шилпапада туда залез. Брамананд, значит, вы были очень смелым, Прабхупада. Да, я и до сих пор смелый. И иначе, как бы я мог приехать в одиночку, чтобы проповедовать сознание Кришны? Я до сих пор смелый. Преданный Джай Прабхупад, Прабхупада. Один астролог сказал, этот молодой человек ради достижения своей цели войдет в огонь. Да, и недавно в наших бомбейских разборках была огненная схватка. Разве нет? Помните, да, когда пытались у преданных отжать вот эту землю, вот, благодаря вот этому мистеру Н, который вроде, казалось бы, продал, а потом передумал, и даже полицию натравил и так далее. Вот. И мы победили, говорит Шрила Прабхупада. Вот. И далее преданные делятся с ним то, что о нем говорили астрологи в Индии. Когда это они уже приехали в Индию, они ходили к астрологам. Брамананда рассказывает, в Майпуре есть один астролог. Прабхупада, кто этот астролог? Я не знаю, как его зовут, он живет на другой стороне, на берегу. Баманпукур? Нет-нет, на другой стороне. Навадвипа? Нет, на другой. Там идет железная дорога. А, Сварупганж, да. Сварупганж. Так вот, ему очень нравится наше движение. И он сказал одному из наших преданных, что вы самая могущественная личность в мире. Он также очень точно сделал астрологические описания некоторым из наших преданных. Прабхупада, а что он сказал обо мне? Брамананда, что вы самая могущественная личность в мире. Прабхупада, если я представитель Кришны, то я должен быть самым могущественным. Смотрите, без всяких ложных смирений. Он знает, что я представляю Кришну, и мне это необходимо, такая сила, такое могущество. Без всяких, да ладно, я самый падший. Да? Нет. Смело говорит, если я представитель Кришны, то я должен быть самым могущественным. Вот. Самый могущественный среди всех моих духовных братьев. В этом моя заслуга. Они так думают, он стал самым могущественным. Более могущественный, чем все мы. И все преданные смеются. Вот. Или на другой утренней прогулке, буквально, да, на следующий день, там же 30 июня, это уже 1 июня 1975 года в Денвере. Прабхупада, астролог, что он говорил там про меня? Тот же Брамананда. О, Бхавананда, Махарадж знает. Астролог в Майпуре, Бхавананда. О, в Сварупганже есть один крупный астролог. Так вот, он увидел вашу фотографию и сказал, это лицо самой могущественной духовной личности на планете. Прабхупада смеется, Хари Кришна. Брахмананда, а что еще? Бхавананда. Затем он сказал, по его лицу я могу сказать, что он может построить дом, в котором весь мир может мирно жить. Преданный Джая Прабхупад. Прабхупада. По крайней мере, я хочу это сделать. Вот. То есть, как сказать, сильно не улетал на волнах прославления, но всегда возвращался к своей главной миссии. Что действительно, он очень хочет, чтобы распространить сознание Кришны, в котором мирно могут жить все люди на всей планете. Вот. А Шрила Прабхупада вспоминает, как жена капитана Джаладутты, она была такая молодая девушка, но уже изучала астрологию. Она на борту Джаладутты посмотрела у него ладонь, и она сказала ему, Свамиджи, если вы сможете прожить свой 71-й год, то вы будете жить еще 100 лет. А на 71-м году произошел очень сильный сердечный приступ. Я упал на пол из-за сердечного приступа. Это он беседует с Сумати Марарджи. Вот, и он то же самое рассказывает в Джаганатхапуре в беседе с учениками. Вот, он подробнее говорит. Был сердечный приступ. Я пережил третий сердечный приступ, первый, второй и третий. Говорят, что когда случается третий сердечный приступ, человек обязательно умирает. У вас было три сердечных приступа на корабле? Да, два.
А потом еще один, когда добрались до Америки, да, в Нью-Йорке. И третьего меня даже парализовало на левую сторону. Я даже не знаю, как я спасся. Вот. И вот он снова ссылается на вот эту жену капитана, молодая женщина, которая изучала астрологию, и сказала, что если вы сможете пережить свой 70-й год, то проживете до 100 лет. Вот. Таким образом, я пережил свой 70-й год, не знаю, доживу ли я до 100 лет, но 70-й год был суровым. 3 сердечных приступа и паралич. Вот. Все это за один год, Харишаури говорит. А потом без семьи. Тогда никого из вас со мной еще не было, я был одинок. Я целиком зависел, от кого придется. Одна на корабле я видел, Кришна со мной. Благодаря этому я продолжал. Вот. И дальше несколько цитат, которые я не буду зачитывать, я постараюсь самое главное выбрать, где Шрила Прабхупада, преданные обращались к астрологам уже в 77-м году, последний год пребывания Шрила Прабхупады на этой планете. И они делились результатами, что говорят астрологи. И также мы услышим, в связи с чем, для чего Шрила Прабхупада обращался к астрологам. Потому что особенно, когда с материалистом что-то плохое происходит, допустим, какая-то неудача в бизнесе, да, или женщина испытывает семейные проблемы, жалуется на мужа астролога или так далее. Давайте услышим, в связи с чем, что имея в виду, что было на уме Шрила Прабхупады за этой необходимостью обращаться к астрологу. Вот. То есть Шрила Прабхупада сильно заболел, и вот Тамал Кришна многократно в разных письмах, как секретарь Шрила Прабхупады, отправлял письма Брамананде, Хришикешананде. Вот, он описывает, что он связался с двумя астрологами, и те посоветовали ему носить синий сапфир весом 7 карат. Вот, это на последних фотографиях Шрила Прабхупада такой большой перстень с темно-синим камнем. Вот, для того, чтобы преодолеть вот это тяжелое время. Вот. И в своем письме Тамал Кришна Махарадж, как секретарь Шрила Прабхупады, пишет Рамешваре, отправленной из Вриндавана 5 августа 1977 года, звучит главные мысли, которые Шрила Прабхупада преследовал. Шрила Прабхупада порекомендовал, что все преданные могут молиться Господу Кришне на ежедневной основе. «Дорогой Господь Кришна, если ты так хочешь, пожалуйста, излечи Шрилу Прабхупаду». Вот Шрила Прабхупада, как ачарья, показывал, как именно нужно обращаться к Кришне, который является полностью независимой личностью. Чтобы преданные ни в коем случае не развивали в себе сознание, «Ну я ж тебе молюсь», или как христиане, «Я ж ставил тебе свечку». Помните, вот эти жены солдат, жены, сестры, матеря, которые не дождались в Германии своих, соответственно, мужей, сыновей и братьев, разочаровались в религии, в христианстве, потому что не все пришли домой. Вот. Они были обижены. Я столько усилий сделала, столько свечек поставила, столько молилась, времени потратила, а ты не выполнил мое желание. Как будто бы Кришна какой-то официант, которому заказываешь, и он там бежит услужливо исполнять наши желания, наши хотелки. Так вот, смотрите, как Шрила Прабхупада сформулировал, как преданным следует молиться за своего духовного учителя. «Дорогой Господь Кришна, если ты так хочешь, пожалуйста, излечи Шрилу Прабхупаду». Тем самым в самой молитве уже содержится признание, что по желанию Кришны это произойдет. И он, если захочет, учтет нашу молитву, а если у него другие планы, он не обязан учитывать наши молитвы. Мы своими молитвами его не вынуждаем. Вот это преданные должны всегда смиренно понимать. Шрила Прабхупада поощрял их молиться, но видите, как он правильно сформулировал, чтобы всегда оставалось правильное сознание в своей полной зависимости от решения, полностью независимой Верховной Личности Господа. Далее. В письме уже Джаяпатаки Тамал Кришна Махарадж пишет 13 августа 1977 года. Шрила Прабхупада
Он пишет, узнал, как один знаменитый астролог отметил, что в конечном счете ИСККОН очень прочно утвердится. И Шилпрапада попросил меня написать тебе по поводу этого астролога. Поскольку здоровье Шилпрапады совсем в плохом состоянии, в последнее время он хочет, чтобы ему сделали гороскоп. Вот данные его рождения. Он родился в 16:00 в Нандотсава, то есть это на тот момент 1 сентября 1996 года в Калькутте. Поэтому, кому интересно, могут гороскоп составить. 16:00, 1 сентября 1996 года, 1896 года в Калькутте. Шилпрапада хочет, чтобы ты сходил к астрологу и попросил его сделать гороскоп Шилпрапады. И теперь он объясняет суть, ради чего ходить. Не для того, чтобы я хочу подольше пожить, чтобы подольше понаслаждаться. У меня столько дел, столько накоплений, я хочу все это успеть использовать. Я вообще хочу счастливо жить. Нет. Проясняет дальше. Астролог должен наиболее полно истолковать гороскоп, рассказав обо всем, что происходило в жизни Шилпрапады до сего момента. Тем самым мы сможем увидеть, насколько его толкования точны. Вот. Тот же самый метод использует Шилпрапада. Как определить, квалифицированный астролог или нет. То есть первая проверка, пусть расскажет, что было с рождения до сего момента. И мы можем оценить. А, действительно, он очень хороший астролог. Чтобы все точности соответствовало. А также, что ждет его в самое ближайшее время и также в далеком будущем. Шилпрапада хочет узнать о своей болезни на данный момент и о том, как долго он еще проживет и когда наступит день смерти, а также все, что этот астролог сможет предсказать на будущее. И ради чего это все это делалось? Для того, как описывает сам же Тамал Кришна Махарадж в письме Махабудхи Дира Кришне, отправленном 30 июля, он пишет, Шилпрапада отправил нас посоветоваться с тремя разными астрологами по поводу его поездок. Все трое строго отговаривали его от путешествий в это время, поэтому Прабхупада решил пока оставаться в Вриндаване. То есть истинным мотивом Шилпрапады было желание продолжать распространять сознание Кришны, желание уделять внимание своим еще зеленым юным ученикам, чтобы они укреплялись в сознании Кришны. Исключительно духовная обязанность. И не какие-то вот, как Шилпрапада рассказывал историю про одного материалиста, который вымаливал у врача, дайте мне, пожалуйста, еще столько-то там времени пожить. Я не все успел сделать, свои материальные планы. Вовсе не такое двигало Шилпрапады. Его двигало исключительно желание распространять сознание Кришны. Он просто переживал, что я не все успеваю. И это объективно была реальность. Он еще не весь Шримад Бхагаватам перевел, и, к сожалению, до конца полностью сам не перевел. Он в самые последние дни говорил, что я исполнил только половину своей миссии. Остальную половину, в частности, утверждение Варнашрама Дхармы, я оставляю на вас. Да? Помните? То есть он реально было ему от чего переживать. Это были серьезные беспокойства духовно ответственной личности, ачарьи. Вот. Поэтому, держа в уме вот эти незавершенные планы, он, естественно, хотел узнать вот это тело, которое подчиняется законам материальной природы и должно прожить какое-то ограниченное время, сколько я еще проживу и сколько я успею сделать. Просто вот объективно оценить свои возможности и что можно еще успеть сделать. Вот. Преданные ходили к разным астрологам, даже к нумерологу, который был на услужении Махараджи Мансинха в Джайпуре. Вот. Шилпрапада, когда Сурабхи Дас ему сказал, что вот он пандит, он использует нумерологию. Шилпрапада, нумерология? То есть как-то удивился. Потому что он все время говорил про астрологов, про джьотиши. А про нумерологов он первый раз слышит. Вот мы на первом занятии обсуждали, что нумерология – это выглядит так, что поскольку нет ни одной шастры, которая описывает нумерологию, Шилпрапада никогда не объяснял нумерологию и так далее, что это какой-то относительно недавний новодел. Вот. Но хотя Сурабхи отмечает, что он, в принципе, довольно точно объяснил, но даже если точно попал, это все равно не делает науку авторитетной, исходящей, имеющей ведические каноны. Вот. Абхирама рассказывает отчет о посещении астролога Шилпрапады его в
11 августа 1977 года, спрашивает, и Абхирама говорит, что вот этот астролог сказал, для личности в положении, которое вы занимаете, очень сложно проводить расчеты. То есть сам астролог признает, что для очень высокого уровня духовной личности тяжело проводить расчеты с ожиданием, что это так и произойдет. В отношении простого человека он может сказать все очень точно, но в отношении вас он также может сказать, какие планеты будут беспокоить, однако он не может сказать, насколько сильно повлияют. То есть планеты тоже на тело будут влиять, но какой в итоге выльется результат, он прекрасно дает себе отчет, что когда имеет дело с духовной личностью, с трансцендентной личностью, тут астрология вообще не на первом месте. Все потому, что у святой личности естественным образом есть какая-то сопротивляемость подобным влияниям. Так вот, он очень ясно дал понять, что вам не следует считать, что все это окончательно. То есть сам астролог, который в основном имеет дело с материальными вещами, и тем не менее, поскольку, помните, на первом занятии мы сказали, что любая ведическая наука способствует чему? Да, постепенному развитию духовного сознания человека. То есть даже астролог должен это четко понимать. И никогда не пытаться соревноваться с именно уже духовными сферами. Всегда должен смиренное положение занимать, что в конце концов Бхагаван. Бхагаван Ичха. Да? Как Верховный Господь захочет, так и произойдет. Тем более с его преданным. И он добавляет со слов Абхирамы, который рассказывает этот отчет, что предопределено, так предопределено, то есть, что он говорит, что вам еще 81 год можете прожить и так далее. Однако это может поменяться благодаря благочестивой деятельности и из-за вмешательства Кришны, он говорит. Вот. И дальше Абхирама дальше говорит больше со слов этого астролога, который рассказывает про своего собственного отца. Вот они родом из Южной Индии. Вот. Он говорит, однако он, астролог, несколько раз подчеркнул, что принимая во внимание ваше духовное положение, нам не стоит относиться к этим расчетам как к окончательным. Он сказал, что это для обычных людей. У духовно продвинутого человека будет способность преодолеть свою судьбу. И он привел в пример своего собственного отца, принадлежавшего к Шри Сампрадае. Тот, судя по всему, был очень благочестив и прожил много-много лет после установленного дня своей смерти. То есть ему астрологи установили, в этот день ты должен уже покинуть тело. Но он прожил еще долго-долго после этого. Вот. Он, очень много астрологов проводили расчеты, но он, то есть отец этого астролога, тем не менее продолжал жить. Вот. И астролог рассказал, что его отец постился на Экадыше много раз и много повторял джапы. Поэтому он сказал, что ему даже не получится определенно сказать о человеке в вашем положении. Он там громко говорит. Он добавил, что несомненно то, что вмешается рука Кришны. Вот так, как мне показалось, у него была очень трезвая мысль. Вот. То есть это обязанность астролога не пытаться затмить духовные вещи. Не пытаться сказать, что вот астрология вам лучше поможет, чем духовная жизнь. Настоящий астролог, настоящий пандит сохраняет смиренное положение перед трансцендентными реалиями, перед Верховной Личностью Господа. Вот. Астрология никогда не переплюнет, не перешагнет, даже в своих практических вот таких вот заключениях. И если преданный серьезно идет по пути духовного развития, у него... А все может поменяться. Вот. Вот вы ссылались на нектар преданности. Когда преданный хлопает в ладоши перед божествами, поет, то его линии буквально меняются. Вот. И преданные могут поставить себе даже эксперимент, регулярно приходить в храм, петь для Господа, хлопать в ладоши, и потом через какое-то время сравнить объективно, даже сфотографировать можно линии на своих ладонях. И Шрила Прабхупада в конце концов говорит так, гороскоп составлен, там все до конца подсчитано, но это не важно. Напротив, если даже сейчас мне придет конец, то это будет достойно славы. Тамал Кришна, жизнь тоже принесет славу. Да, Прабхупада говорит, посмотрим, как Кришна захочет. То есть
Ему астрологический отчет принесли, но в конце концов он серьезно это не принял и все равно отдает все на волю Кришны. И даже говорит, если не произойдет так, как говорит астролог, а произойдет по-другому, то все равно это достойно славы, в том смысле, что он уже очень много успел сделать. Вот, поэтому не переживал о конкретно точной дате кончины, переживал чисто в контексте, сколько он успеет сделать. Вот, а при этом всегда знал, что в первую очередь именно духовными делами вот, человек получает известность. И ключевым, я хотел бы зачитать полностью эту цитату, хотя мы много читаем, но полностью хочу прочитать, потому что там звучат ключевые утверждения наставления самим преданным. Вот тогда уже в октябре 1977 года во Вриндаване, когда Шилпады достаточно уже дали отчетов от разных астрологов, в конце концов произошла такая беседа с Хари Шаури и Тамал Кришной. Хари Шаури, он сказал, что до марта будет очень тяжелый период, но если ваша божественная милость пройдет его, то в течение следующих 3-4 лет здоровье вернется. Шилпада, эти гороскопы сильно применимы к преданному Кришне? Прабхупада, нет. Хари Шаури. Потому что Кришна может сделать все, что захочет. Прабхупада. Да. И дальше, после небольшого перерыва записи. Тамал Кришна, Тамал Кришна, зовет он его. Тамал Кришна. Да, Шива Прабхупада. Прабхупада. Не тратьте деньги на эту астрологию. Он же прямым текстом говорит, что ну все уже. Какой смысл? Тамал Кришна. Хорошо. В Лондоне вообще-то мы собирались обратиться к астрологу, но когда я узнал, что это очень дорого, мы отменили. Сколько денег просит там местный астролог Хари Шаури? Он не называл цену. Сказал, что составить подробный гороскоп Прабхупады займет ему 2-3 дня. Прабхупады снова. Это бесполезно. Лучше организовать пение киртана как можно больше времени. Вот. То есть на пороге своего ухода из этого тела Шилпада уже, как подобает ачарье, говорит, что ну хватит уже с астрологами. Понятно, что вот они это сказали, но практически-то что мы как преданные должны делать? Если мне все равно сейчас скоро предстоит уйти, давайте организуем пение киртана как можно больше времени. Вот. И Хари Шаури говорит, в июне мы пели 24 часа. Целый июнь 24-часовый киртан был. Прабхупада, вот настоящее занятие. А эти астрологи – карми. Мы не имеем ничего общего с карми. Хари Шаури. Их критерии счастья и страданий – это насколько хороших жену и детей они получат и сколько денег заработают. Прабхупада, да. И должно быть еще чтение Бхагаватам и киртан, продолжая давать наставление, что преданным вместо этого лучше делать. Хари Шаури, про этих астрологов. Они не понимают, что истинное занятие – это отдать все для Кришны. Прабхупада, да. Не тратьте время и деньги, никак иначе. Вот это подытоживает все вот это. Казалось бы, Шилпада обращался к астрологам, но вот без этой беседы мы так и не поймем истинное настроение Шилпады. Вот. В конце концов, он дал понять, личным примером преподал урок преданным, что в конце концов не нужно полагаться на астрологов. Нужно полагаться на Кришну и достойно покинуть этот мир, когда бы ни пришлось, когда бы это ни случилось. Вот. И тем более, если, предположим, преданный даже отличился своими хорошими духовными заслугами, и Кришна действительно может поменять, но он может поменять ее чуть раньше. И судя по вычислениям, которые я не стал зачитывать, Шилпада должен был чуть-чуть позже оставить тело. Вот. Но он ушел 14 ноября 1977 года. А так астрологи говорили, что, скорее всего, в марте 1978 года. Вот. Но Кришна решил, что 14 ноября. И Шилпада в этот день был готов показать, продемонстрировать своим ученикам, как достойно, подобно Бишма Деве, покидать этот мир в полном сознании Кришны, переводя Шримад Бхагаватам с именами Кришны на устах. Полностью бесстрашный вот, и достойно покидая этот мир, отправляясь домой назад к Богу. И Джайпатака Махарадж в это время обратился в Майпуре к одному тантрическому астрологу. И вот буквально важный кусочек я выделил для себя. Он сказал, что ваша божественная милость
чистый преданный, что-то вроде аватары, уполномоченная Кришной личность, и что ему вообще-то не следует ничего говорить, поскольку он всего лишь тантрический астролог, а вы способны изменить свою жизнь по своему желанию. Да? Ну, дальше он там говорит какие-то детали, и в конце концов Джайапатак Махарадж говорит, он сказал, что молит Кришну, чтобы он оставил вас здесь, поскольку без чистого преданного в этом мире все погрузится во тьму. И так отчасти и произошло. Даже с Исконом, к сожалению, наступили не очень светлые времена. Там очень громко Прабху говорит. Скажите ему, чтобы он потише говорил. Вот. Пожалуй, давайте закончим здесь. Все, что можно было сказать по Прабхупаде. Есть ли какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Вот, в связи с тем, как преданные подчеркивали, что даже Шрила Прабхупада обращался к астрологу. Вот, ну вот мы услышали, в каком ключе и в каком контексте все-таки, что у него стояло на первом месте. И, соответственно, в каком ключе, если уж нам срочно и нужно обратиться к астрологу. Но не для того, чтобы жить долго и счастливо, счастливой семейной жизнью, а для того, чтобы четко отдавать себе отчет, что я объективно смогу сделать и стараться изо всех сил служить Кришне, как это делал Шрила Прабхупада. Небольшой технический вопрос. То есть день рождения настоящий считается техническая дата плюс 9 месяцев. Ну, Шрила Прабхупада, потому что это идет целиком первый год, то он сказал, что празднуется все равно как год, не как 9 месяцев. Как технически это объяснить? Как технически это объяснить, я не знаю. Но в принципе, с практической точки зрения, преданным это вообще должно, не должно интересовать. Что 9 месяцев, что то год, есть... в принципе... Ну, это с этой точки зрения. С другой стороны, это очень редкие явления, когда преданный приходит домой, и там он заходит в комнату, у него харибол сюрприз, и на стене висит там, допустим, 65 цифры, да? И он говорит, нет, не 65, исправьте, 66. Но таких ситуаций, вот таких вот вряд ли будут, что вот преданный должен переживать о том, сколько же ему все-таки лет, 65 или 66, да? Но это очень редкие ситуации, и, скорее всего, это будет в связи с великим преданным, подобным Ачарье, что вот мы празднуем стольки-то летия там и так далее. И то, что Упада дал наставление, но столетие праздновали все-таки в 1996 году, а не в 95-м, как вообще-то он дал наставление. То есть им следовало было бы, как сказать, серьезно отнестись к этому и в 95-м праздновать. Но они праздновали по, так сказать, привычным для материалистов меркам, поскольку это организовывали в Калькутте, на стадионе, приглашали туда огромное количество людей, там омывать Мурти Шилпады приглашали там премьер-министр. Да, настроение социализации было такое. Но хотя было бы лучше, если бы последовали наставления Шилпады. Да. Душа вечна, в конце концов. Да. Правильно. Ну, давайте закончим тогда. Несколько слов по поводу завтрашнего. Мы поговорим об ограничениях астрологии. Несмотря на то, что это великая наука, и мы до этого момента слышали снова и снова подтверждения со слов Шрилы Прабхупады, исторические такие моменты, упомянутые Шримад Бхагаватам и так далее, что действительно астрология повсеместно применялась и даже точно указал, что не 7, а 8 монет вообще-то, да, было у Санатана Госвами. Не просто какое-то количество денег, а точное количество монет. Но все же есть определенное ограничение астрологии, особенно в свете нас, преданных, занимающихся преданным служением. Мы про это услышим. Мы, наконец, подходим к финишной прямой, чтобы, наконец, услышать самое главное, что мы должны услышать как преданные. Не просто очароваться астрологией вот, и решить, что это вот Шилпада говорит, и нам срочно нужно, тем более он прямым текстом говорит, что Дхира, разумный человек, обязан интересоваться своим прошлым, настоящим и будущим, да? И что это обязанность отца,
узнать гороскоп своего ребенка. Вот. Но тем не менее мы подходим к этой финишной прямой, и мы услышим, как преданные должны относиться к астрологии. И это мы поговорим завтра, а послезавтра, уже будет последний день, если так мы нормально будем двигаться, мы поговорим о том, как преданные разбираются со своей кармой. Если что-то ему там он узнал из своего гороскопа, если что-то ему астролог настращал, и преданному стало жутко, тем не менее, преданному не следует переживать, потому что у него в руках есть замечательный инструмент. Преданное служение. И конкретные ссылки мы услышим в тот момент. Сейчас давайте я закончу. Спасибо вам большое. Шил Прабхупада ки чай. Самавита гор бхакта вринда ки чай. Нитай гор премананды. Хари хари бол.